Болгарии. Итак, мы начинаем. Внимание, смотрите. Всем привет, мои шметики! Я нахожусь сейчас на пиратских боях. На самом деле это очень интересно, очень круто. Дети кайфуют. Это самое главное. Ты кайфуешь? Да. Ты любишь нас в Болгарию? Да. А я Шметинг ТВ. Чего? Пиво осталось, да? Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай выше, заряжай выше облаков паруса, выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай, обретая снова крылья, не беда, если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так катит пай. Друзья, никогда не оставляйте свою камеру в холле, либо еще где-то в зале, потому что всегда найдется человек, Кац ТВ, который заберет камеру и будет снимать свой влог. И Шметик ТВ! Сегодня с вами Кац... Второй. Кац ТВ. Влог номер два. Здравствуйте. Это мои фолловеры, мои фанаты. А это вот человек, который хочет подписаться на мой аккаунт, но я его заблокировала. Здравствуйте. А вы можете привет передать для Кац ТВ? Скажите привет, Кац ТВ. Ну, пожалуйста. А передайте, пожалуйста, привет для Кац ТВ. Привет, Кац ТВ. Папа, передай. Передай привет для Кац ТВ. Кац ТВ. Это был мой папа, он тоже мой фолловер. Подожди, папа, скажи пока, Кац ТВ. Пока, Кац ТВ. Мама, стоп, стоп, передай привет для Кац ТВ. Привет, бабушка. Передайте привет для Кац ТВ. Это тоже мои подписчики, подожди. С днем рождения, пам-пам-пам-пам. С днем рождения, день именинника. Мы направляемся в столовую, мы служим, и затем день именинника. Дети это очень любят, потому что там можно покушать запрещенку, это там дискотека, весело. Рядом Тита. Сейчас мы покушали, начинаем строить детей. Детей мы строим по парам, потому что так легче считать. Девочки, строимся! Мы кричим: «Встали по парам!» После этого они не слышат, надо так раза три. По парам, по парам, по парам. Все, и потом уже можно их считать. Это примерно происходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 16, 17, 18, 19, 20. Главное не сбиться. Вот есть коллеги, они могут так тебе говорить специально, ты можешь сбиться. 22, тогда. Ну все, вот, все, я сбился. Дубль 2. Начинаем считать еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 63, 64, 65. 65, 66, 67. Всем привет, с вами Кац ТВ. Я знаю, вы соскучились по мне. Красивые стрелки, Кац ТВ нарисовала. А я тут сама нарисовала, Кац, не надо. А у меня не ровные они просто. А это Эрик Букасян, он носит только паленые шмотки. Всем привет, друзья, меня зовут Глеб Куликов, это мое 5-секундное шоу. Итак, 5-секундное шоу уже заканчивается, с вами Глеб Куликов, и всем пока-пока. И вот так педагоги себя встречают с чупа-чупсами. Можно чупа-чупсы? Они маленькие. Я только маленький? Да. А я маленький. Акуна Матата. Смысл песни, да? Просто.
стробоскоп огни. Я вдыхаю тебя постепенно на... Мы здесь повторимся. Вы все наши дети. Вы самые лучшие дети на свете. Вы дети звездного поколения. И мы поздравляем вас всех с днем рождения! Готовы? Все вместе! И пускай капаем, капаем с неба. И тепло, ты коза, ты где бы я не был. Остальных я звоню, звони, не забей. Дойти к тебе, дойти к тебе. Один день мининга не проходит без желаний. И желания мы загадываем не просто, а запускаем шары желаний. Китайские огненные шары запускаем в небо. Это на самом деле очень круто, и сейчас вы это увидите, как это происходит. Метинг-влог, я сейчас нахожусь на берегу Кранева. Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним. Получилось! Забрать тебя себе, иди в эти секси. Но новый день, и я опять не выносим. И ты уходишь, будто бы я тебя попросил. И я вроде как счастлив, но явно тебе привязан на нашей улице. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на Эшмитинг ТВ. Я обещаю, что в новом сезоне я буду мочить. А сейчас мне надо признаться, есть кубик один, а есть кубик два собранный. И поэтому я не умею собирать кубики. Надеюсь, что вы меня научите. Пока!